Что конкретно интересует? Да вообще в общем. Какие присадки? Этилен гликоль красного цвета. Этилен гликоль экологический вреден, безопасен, зеленого цвета. Присадки от коррозии от проекта пенообразования. На основе минеральных солей содержит вредных аминов, фосфатов. Срок эксплуатации. 5 лет при соблюдении условий эксплуатации. Здесь вот в инструкции все же написано. Бывает в инструкцию перейти по что-либо вообще поменьше. Читать. И даем гарантию 5 лет. Люди приходят по практике, говорят, работают даже больше и нет проблем. Ну, по пропиленогликолю, так сказать. Насколько начитался, там до 10 лет, возможно, его эксплуатация. Возможно, да. Вот с этиленогликолем, конечно, поменьше. Они не сильно различаются между собой по химическому составу. Он чуть-чуть там получше. Ну, я говорю, все зависит от... Ну, как бы в теории спирты и спирты. Ну, да. Вот смотрите, есть такой момент. Очень много подделки сейчас на рынке. То бишь, это подделка? Это подделка, да. Ага, специально, для сравнения. Мы привезли в этом году, да, то, что изъяли, вот по рынкам ездим по Москве, все это смотрим. Отличие в чем? То, что мы выпускаем, вот это наша канистра желтого цвета, обязательно с выгодным логотипом, теплый дом на канистре, брендированная. Здесь этого нет. Если этого нет, это однозначно подделка. Отличить, если подробности не вдаваться, сложно. На рынок приехал, схватил, вроде как желтая, дешевая. Говорят, это из Китая. Прям так и говорят. Поэтому вот только с логотипом теплый. Понятно. Ну а так, в принципе, больше ориентиров нету для потребителя, скажем так. Есть ориентиры, цвет канистры, формы канистры, взвесить даже можно, они отличаются по весу. Потому что мы льем килограммы, да, это юридически правильно вставать в килограммы. Крышка, этикетка, это уже мелочи. Главное вот это вот, это очень... дорогостоящую. Тут так, если смотреть, тут даже по измерению. Или вы ее вскрывали? Нет? А это измерение в литрах? А, да. 1 килограмм. Понял. То есть, если приезжаете на рынок, там куча и диксисы, и остальные, и теплый дом, неизвестно, что налито, смотришь на вот это и понимаешь, что там оригинал 100% нормального качества. Ну... посмотрят, сейчас походят, посмотрят, вы вот так расскажете и будут делать. 2 года уже не могут подделать. Когда она была прозрачная, подделали вот этот вот логотип. Ага. Но если на желтую его наносить, то остаются следы ожогов. А, понял, он понял. Ну, получается, печать не такая. Да. Ясно. Ну, спасибо.